В Омске областной шпиталь – первая медицинская установа региона, где инвалидам-колясочникам почали оказывать комплексную допомогу. Здарылося это ровно 10 годов тому. До этого спинальники часто не могли самостоятельно навык трапить в больницу, не то, как рухаться по ее территории. Старт проекту по медико-социальной реабилитации инвалидов-колясочников поклал загад областного управления охраны здоровья по перепрофилированию 10 мест в областном шпитале. В 2008-м о безбарьерном осяроде только починали казать, але на практике еще ничего не робилося. Навод двери у медицинских установок были такие, что проехать проз их на колясце было физично немогчимо. Як выник, спинальники лечились лежачими хворами, яких у больницах не вельми чакали. Навод методики их лечения пришлось напрацовывать практично с нуля. Чтобы работать с пациентами такого плана, нужно иметь опыт. Были наработки, значит, мы смотрели, какая группа с какой патологией пациентов идет лучше, какая хуже, с которой надо больше работать, на какой конкретно орган делать больше акцент. Сегодня медицинскую допомогу колясочникам в областном шпитале оказывают уже 4 отделения. А про чатаху по инициативе областного объединения инвалидов-спинальников и при финансовой допомозе программы поддержки Беларуси Федеральным урадом Германии для установлены были специальные тренажеры. Алена Гербаносенко травму позвоночника отримала амаль 4 года тому, за месяц до своего 23 года. Але пессимисткой еде назвать нельга. У минулом месяце девчина отримала диплом экономиста-менеджера и сподеется знайти працу по этой специальности. Покуль же Лена периодично проходит курс реабилитации у шпитали. На протяжении 4 лет, когда я лежу в госпитале, я занимаюсь на этом тренажере. Тут разрабатываются, я думаю, что мышцы, суставы. Также он как идет и пассивное движение, так и активное можно прилагать. Ну, я думаю, что помогает. По инициативе областного объединения инвалидов-спинальников в Омском шпитале створили целую систему по реабилитации колясочников. А врача непосредственно медицинской допомоги тут проводятся еще и тренинги по пересовыванию по улицах города и у жилых домах. С этой нагоды в установе установили имитаторы пандуса и лестницы. Користаться ими на колясках совсем непросто, как часом сдается здоровому человеку. Как не отримать еще одну травму, необходимы ответные навыки. Меж тем, спыняться на досягнутом в громадском объединении не имкнут. И кажут об наявности проекта по створению целой системы медико-социальной реабилитации. Ничего подобного у інших областях покуль нема. Але это не значит, что планы не могут стать реальностью. Планы создать в Гомельской области систему мер по медико-социальной реабилитации инвалидов-колясочников. Чтобы был задействован здесь процесс и областная больница, когда делают операции. Госпиталь будет базовым для реабилитационных всех мероприятий. И также задействовать наши санаторно-курортные учреждения для того, чтобы люди в раннем периоде получали санаторно-курортные услуги. То есть вот все это, чтобы было цикл этот весь в Гомельской области происходил. Олег Сентюров, Евгений Матвиенко, телерадиокомпания «Гомель».